22 июня проходит акция «Свеча памяти», в рамках которой во всех регионах страны зажигаются свечи в память о всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В этом году акция пройдет в онлайн-формате. Присоединиться может любой желающий через специально созданный для этих целей портал «Деньпамяти.рф». Министерство культуры Чувашии приглашает присоединиться к минуте молчания. 12 часов 15 минут по московскому времени на телеэкранах и радиоволнах прозвучит запись голоса Юрия Левитана, объявившего о начале войны.